Слушательницы, зрители и зрительницы. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский здесь. Настало время нашей новой творческой встречи, да. Как хорошо, что вы здесь в прямом эфире прямо сейчас в реальном времени. Спасибо тем, кто слушает через некоторое время в записи по какой-то причине. Мы вместе, и это прекрасно. Ура! Очень рад. Примите удобную позу и то, что вы привыкли принимать по воскресеньям. Наше новое музыкальное путешествие начинается. Сегодня выступаю один, без ансамбля. И нахожусь гораздо ближе к камере и монитору. Буду внимательно отслеживать все, что вы пишете ВКонтакте и в YouTube, где идет трансляция прямо сейчас. Буду рад побеседовать с вами о животрепещущем. Что трепещет для вас особенно живо сейчас? Пишите. На связи сегодня гораздо более плотный, чем обычно. Полетели. Да.
музыки, которую мы слушаем по воскресеньям. Вы уже помните, как она называется? Она называется Down Tempo Multicultural Electronica. Да. Летящие сердца. Это прекрасно. Купаюсь в них. Привет всем.
радует. Очень веселят и радуют ваши сообщения, эти смайлы и сердца летящие. Раз я так близко к монитору и могу читать все, я могу, ну, например, отвечать на какие-то вопросы, если они возникают. На первый пришедший вопрос, куда делись визуализации нашего волшебного проектора, проектор сегодня отдыхает, отвечаю. Можно танцевать, можно отдыхать, можно делать это одновременно. Да-да. Ведь, собственно, для этого мы здесь и собираемся по воскресеньям вечером под волшебную музыку. Даунтемпо, мультикультурал, электроника. 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 Yeah.
прелесть. В том-то и прелесть, и все великолепие этой музыки, что она подходит, ну, под любую ситуацию. Кто-то пишет, пойду прогуляюсь. Приятной прогулки. Тем, кто смотрит это видео в записи или в другом регионе, сообщаю, вот сегодня, 24 января, лучший на свете город Екатеринбург выходит из двух дней 40-градусного мороза. И после этого какие-то минус 20 на улице воспринимаются вообще абсолютно несерьезно. Можно пойти погулять. Приятной прогулки. Можно прокатиться на автомобиле. Приятного путешествия. Безопасного вождения, как ты говоришь, хорошей дороги. А можно осуществлять путешествие, не вставая со своего кресла, со своего диванчика. Ведь это волшебная музыка. Даунтемпо, мультикультурал электроника. Для тебя и меня, да. Товарищи, не устаю представлять себе и вам, и объясняться ему в самых теплых чувствах. Ну вот, я его фанат просто. Немецкий композитор, саунд-инженер, дизайнер, саунд-дизайнер. Он скрывается под псевдонимом OY. Две буквы OY. И он действительно очень крут. Ощутите вибрацию. Ощутите вибрацию. Да. Неспешная ломаная линия, да? Наша скорость сейчас 100, ровно. Так
темпом multicultural electronic. Музыка на скорости сердца. Слушайте. Слушайте сердце. Поближе сегодня к экрану, для того, чтобы видеть все, что вы пишете. Так что уж вы пишите. Переключаюсь между ВКонтакте и YouTube. Отслеживаю ваши сообщения. Готов ответить на вопросы в пределах моей компетенции, конечно. Эта композиция называется «Двери». But if you open this door, Abigail, you won't control what comes through. Are you ready for that?
осторожно. Двери открываются и не закрываются. Открываются и не закрываются. Вопросов, и вопрос поступил. Прекрасный, спасибо.
Если выпуклости выпукливают, то что происходит с впуклостями? Ну, наверное, то, о чем вы подумали. Я тоже люблю поиграть словами. Всю жизнь только этим и занимаюсь. Вот вам в ответ вопрос. Вот на ногах ногти. А на руках должны быть рубки. Сегодня наткнулся на этот эдит. Отдельное приветствие тем, кто сейчас ощутил некую дрожь музыкального наслаждения от этих звуков. Приятные воспоминания, да. What?
Мурашки по всему телу от музыки, что какой-то фрагмент, про который знаешь, что по нему пойдут мурашки, и вот он происходит, и это происходит. Откуда они берутся, как это? Я слышал объяснение того, почему идут мурашки нам не по себе от звуков, например, металлом по стеклу или сырым мелом по доске, знаете, когда соскальзывает. Частота этого звука, противного звука металлом по стеклу или какого-то похожего, совпадает с сигналом опасности у высших обезьян. И у них встает шерсть дыбом. И вот вроде как мы унаследовали это. Шерсти нет, а дыбом все равно встает. Но там речь шла об этих звуках, а во время музыки, когда мурашки. Что это за сигнал у высших обезьян, интересно? Сигнал высшего наслаждения, но... Даунтемпо, мультикультурал, электроника. Thank you.
это можно назвать и так. Музыкальные деликатесы. Каждое воскресенье вечером. Вечером. Традиционная рубрика «Кибиточка». Сегодня она такая. Слегка вальяжная. Давай, поехали, кибиточка, поехали. Тебе все согреваются доступными методами. ВКонтакте, похоже, танцы. Да. Спасибо вам за отклик, за этот эффект присутствия, нашего общего присутствия в прекрасном. Thank you.
Здравствуй, мир. Здравствуй, мир. Привет всем геолокациям, куда попадает наша посылка. Даунтемпо мультикультурал электроника. Подобное, да, что-то? Что-то такое. Да. О, спасибо за вопрос. Сейчас отвечу. We'll be right back.
Мы чуть-чуть ускоримся сейчас. Но это все равно даунтемпо, мультикультурал, электроника. Час позади, час впереди. В настоящем моменте очень хорошо, согласитесь, друзья. Спасибо за ваше драгоценное внимание. Ага. Если вас цепляет, заинтересовывает музыка, звучащая на наших воскресных эфирах, обратите внимание на две группы ВКонтакте. Одна называется «Музыка Электроника». Меня тут дразнили, что «Пузика Электроника». Но нет, не «Пузика», а «Музыка». «Музыка Электроника». Там миксы прямо потоком. Лучшее направление. И Another Label, это название второго сообщества. Там песенки. Многое из того, что звучит сегодня, я нашел там. Спасибо меломанам-активистам и, конечно, земной поклон музыкантам, продюсерам, композиторам, которые музыкально оформляют нашу жизнь, да? Зебра Центаури. Кентавр Зебра, представляете? Thank you.
звуки горелых андроидов. Тема называется Pitch Fight. Битва питчей. Питч — это когда становится то ниже, то выше, то ниже, то выше, то ниже. Играем питчем, играем питчем, играем питчем. Pitch fight, pitch fight, pitch fight. Очень хорошая музыка. Даунтемпо, мультикультурал, электроника. Привет тем, кто включился только что. Отдельное спасибо тем, кто прямо специально ждет момента нашей встречи. Спасибо тем, кто со мной всегда. Да-да. Спасибо тебе. Только на этой неделе открыл для себя исполнителя. Российский исполнитель. Выпускается в Москве на Газголдер. Его зовут Капчиш. 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 Тема After Love. Крейсерскую скорость 110, чуть учащенное сердцебиение, да?
это Downtempo Multicultural Электроника. Все, походим, поскакали. Аква дискотеку насмешили, спасибо.
on there. Hold on there. Hold on there. Hold on there. Космонавтов, все хорошо. У меня все просто отлично. Ну, вы видите и слышите, да? То, что происходит. Если вас интересует название треков, имена исполнителей, ну, через некоторое время, через день-два, я добавляю подробный трек-лист с таймлайном в описании файла на YouTube. Все предыдущие выпуски прописаны с плейлистами, с таймлайнами. Можно все изучить, послушать при желании, возможности, естественно. Вы меня спрашиваете, а ты когда-нибудь хотел сам писать музыку? В общем, я этим занимаюсь. В течение
многих лет, что ли. Но за все эти годы, видимо, просто нет таланта, нет какого-то качества такого особенного, чтобы завершить хоть один этот музыкальный эскиз. Бывает, целую ночь киваешь под музыку, слушая по кругу один луп. С утра послушаешь, да, нет желания продолжать. И так снова и снова. Через некоторое время вошло в привычку просто, ну, смотреть, отслушивать разные инструменты, создать из них какой-то такой коротенький эскиз, под который потанцевать немножко и забыть его навсегда. То есть творчеством я занимаюсь, но оно словно, знаете, как рисунки на песке. Но все-таки однажды я вам представлю композицию. Мы тут с товарищами кое-что делаем. Возможно, сотрудничество с другими, с друзьями, поможет завершить хоть одну композицию. Но я прекрасно представляю, какой это, ну, в общем, труд, да, муки творчества. Создать, начать и закончить, завершить композицию. Уважение композиторам. Земной поклон, да. Эта тема называется «Пандора». Исполнитель Алекс Твин. Хватает времени на главное. И это главное все время откладывается на потом, на какое-то волшебное потом, которое когда-нибудь наступит. И вот тогда-то наступит, настанет главное. Сейчас наша беседа о написании музыки навела меня на вот этот монолог. Ежедневно на неделе, вы знаете, я работаю на радио или в эфире, или делаю рекламные ролики и оформление радиостанции здесь у себя на студии. Почти каждый день, когда
я прихожу на студию, чтобы сделать очередной рекламный ролик, какую-то заставку, или повещать в прямом эфире. Я думаю, вот поделаю, а потом вечером напишу композицию. Ролики делаются, эфир идет, все в порядке. Но к тому моменту, как все закончено, уже нет желания написать какую-то композицию. Как будто патроны кончились, понимаете? Думаешь, ну ладно, я сделаю это завтра. И завтра повторяется снова. И снова. Ха-ха-ха. Один товарищ говорил мне о том, что ну вот успеха в создании музыки может достичь человек, у которого нет проблем с тем, что поесть сегодня и что надеть. Ничто мирское не отвлекает, и ты можешь парить на вот этих волшебных, божественных потоках вдохновения. С другой стороны, говорят, что художник должен быть голодным, да? Чтобы что-то этакое прямо произошло. Угу. Вот, вы тут пишете. Художник должен быть голодным или... Донейшн приветствуется. Донейшн приветствуется. И художник должен быть голодным. Если никто не донатит, ничего не меняется. Если вдруг возникнет желание меня поддержать, вот не стесняйтесь. Минимальная сумма буквально. Я их никуда не трачу, я их собираю. Наверное, пора нам уже обзавестись хорошей камерой, да? Угу. Спасибо за поддержку. Все координаты там в описании трансляции. Мы немножко вторглись уже на территорию хаус-музыки. Oriental Organic House звучание. Это исполнитель Different Ray, Lost in the Jungle. Сейчас еще немножечко побудем на этой скорости здесь. А затем начнем постепенно замедляться.
оставлю вас наедине с музыкой ненадолго. Скоро вернусь. Очень хорошо.
это она. Долгожданная, воскресная, блаженная релаксация. Слушайте, даунтемпо, мультикультурал, электроника. Каждое воскресенье здесь. Thank you.
еще одна хорошая кибиточка. Кибиточка. Thank you.
какого-то вообще неуловимое состояние.
касание. Тонких касаний, да. Как бы можно и закругляться, но музыки осталось много, я еще поиграю, с вашего позволения, немножко для вас. Если уже нужно засыпать, засыпайте. Ведь запись этой трансляции никуда не денется. И можно будет потом еще раз... Да?
даунтемпо мультикультурал электроника. Да? Disco Dancing with the Best. Трогательная. Какая летняя пляжная, да, пьеса. Стоит только закрыть глаза, и я уже на пляже. Волшебное, чудесное нечто.
нас туда, где мы хотим оказаться. Прекрасная несущая музыка. Даунтемпо, мультикультурал, электроника.
побеседовал с одним успешным блогером. Он сказал мне как бы свысока: ну и сколько там у тебя зрителей? 20 тут, 20 там, ну, 20-30. Ну, вот это и твой уровень, сказал мне успешный блогер. Зачем тебе это надо? Выбери какую-нибудь интересную, горячую тему. Рассуждай о политике, экономике. Продвигай уральские достопримечательности. Как он говорит, выбери нишу и окучивай ее. Не понимает. Искренне не понимает вот этих наших творческих встреч. Тут же все немножко про другое, да? Здесь про наслаждение настоящим моментом. Здесь про счастье от отсутствия мыслей. Здесь музыка. Темпо, мультикультурал, электроника. У каждого файла, который остается на YouTube и ВКонтакте, есть статистика. По этой статистике до конца дослушивают, досматривают. Ну, примерно 1% слушателей. Если ты сейчас смотришь и слушаешь, то ты вот в этом 1%. И это все, конечно, для всех, но особенно для тебя. Электроника. Thank you.
остальные 99% они слушают потом в записи, включают и оп, и выключают. Трогательных нотах. Я прощаюсь с вами на сегодня. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, вот так поближе к экрану, поближе к вашим словам, не этим летящим сердцам. Было очень хорошо. Буду ждать новой встречи с вами через неделю, в воскресенье.
мы уснем и проснемся 7 раз подряд и снова будем вместе. При желании и возможности, естественно. В объятиях музыки, даунтемпа, мультикультурал, электроника.